Че, Амир, как сам? Да, нормально. Первый матч... А, работа, да? Первый матч, ну вообще как впечатление, волновался ли? Старт сезона все? Да, волнение всегда присутствует перед играми, а тут еще и старт сезона, как бы у нас много лидирующих игроков нету, поэтому волнение всегда присутствовало. Но вначале, когда почувствовали мяч, почувствовали игру, после, думаю, минуты 10 уже как-то раскованно более играли, создавали моменты, пытались забить, забивали. Думаю, после вот 10 минуты уже как-то более-менее вошли в игру. Ну, новички вообще как смотрятся? Вы как бы вошли, не вошли, сыгрались, не сыгрались? Да, я думаю, все сыгрались. Думаю, как-то все более-менее сыграли, кроме там в конце, может, там Джонни немножко переволновался, думаю, и отдал пару неточных передач. А в целом тоже сыграл хорошо. Ну, Кочич тоже и Макс Конов тоже все сыграли хорошо, надежно в обороне. Пропустили пару голов. Думаю, это заслуга наша, и забили впереди. Вообще, как на Ухту настраивались, зная, что у вас состав сейчас как бы не очень сильный, скажем? Да, настраивались как на все, в принципе, команды. Знали то, что соперник прибавил. В прошлом году был дебютантом и по ходу сезона набрал. В конце сезона отобрал у лидеров очки. Поэтому такая темная лошадка была. И настраивались по-боевому на них. Думаю, все настроились на эту игру, как полагается. Все? Слабак. Ты можешь передать.